Продолжается реконструкция улицы Александра Матросова. Согласно документам, проект будет полностью реализован в 2021 году. В настоящее время с опережением завершаются работы по первому этапу. Очищена водоотводная канава вдоль улицы Белинского и Александра Матросова. Дождевые ливневые воды стали уходить. Подрядная организация уже начала выполнение работ по второму этапу реконструкции. К наступлению холодов будет уложен второй слой асфальта на всем протяжении улицы, и движение по ней откроется. В 2021 году будут проводиться уже, скажем так, заключительные работы. Это озеленение, это где-то еще по работы по водоотведению, работы по электроснабжению, но движение по улице возобновится в этом году.